Итак, вот сейчас стоит в автоматическом режиме. Такая вот поломка. Вот он жестко держит. Переключаем магнитный тормоз. Все, он начал. Магнит отпустил. Начал ездить. Но в этом положении, если мы включаем замок зажигания, делаем задний ход. Вот у нас. Он едет. Также едет вперед. Теперь можем переключить. И ничего не меняется. Ну, то есть, как бы едет он вперед, едет назад. Скорость тоже меняется. Вот такая вот ошибка. Сейчас свяжемся с производителем, чтобы узнать, замена будет магнитного тормоза этого узла или нет. Или просто чистка, что ему нужно будет сделать. А получилось так, что, скорее всего, стояла как положено на автомате, разрядился аккумулятор. Ну и дальше человек до дома его пришлось толкать, как он говорит. И дотолкал, не переключая, до такого состояния, что потом выскакивало в ошибку. Ошибка была вот такая. Итак, по ошибке. Включаем. Вот горит. Задний ход. В общем, начнем с того, что же было. Вот здесь вот уже стесанный полностью штырь, который переключать должен.
разомкнутое и сомкнутое состояние. Но его я поменял. Вот сейчас у нас получается авто должен режим быть. Вот так вот, когда задавлен, размыкается контакт и идет механическая, ручная. В общем, что же здесь не так? Сама катушка, как оказалось, звонил я ее, она прозванивается как сопротивлением 5 Ом, а должна быть хотя бы 31 до 60 Ом. Ну, то есть идет как короткая. Но здесь почему-то реализовано именно на 2 пина выход. Ну, хотя, может быть, оно так и должно работать, но на самого блока управления выходит 3-пиновый разъем, то есть, ну, там все 3 пина задействованы. Не знаю, почему так. Ну, в крайнем случае, 5 месяцев он отработал. А сейчас короткая именно по самой катушке идет. В общем, нужно менять весь узел в сборе, потому что здесь вот этот вот ключ для вала нужно будет подбирать. Ну, на Алике что-то подходящее можно найти, но опять же, угадаем или нет с толщиной вот этого диска и станет ли этот ключ туда. Ну, блин, легче уже заказать у производителей, подождать чуть дольше. В общем, как-то так. Когда производитель пришлет замену, просто поменяем этот узел, и все, и можно будет пользоваться дальше скутером.